Использовать силу атаки противника против него самого. Японский путь пустой руки – это все про карате. Уже больше 20 лет философию одного из самых древних боевых искусств пропагандируют в центре досуга и творчества города. Если раньше условия, мягко скажем, были не лучшие, то теперь спортивный зал для занятий – один из самых современных в Бобруйске. И это все благодаря помощи предприятий города и родителей-воспитанников. Ремонт делали своими силами, с помощью родителей. Вот такой у нас сейчас прекрасный зал, в котором мы проводим занятия. Новый учебный год. Начиная с 4 лет и до любого возраста, здесь нет ограничений по социальному статусу или полу. В секции занимаются и мальчики, и девочки. Дима Пыш уже на протяжении 4 лет постигает азы карате. Удары, блоки и защита. Юный каратист в свои 8 призер различных соревнований. Его главная цель – достичь вершины мастерства и заполучить черный пояс. Ну а попал мальчик в боевое искусство по очень простой причине. Пошел с детского садика. Родители, я не мог тогда постоять за себя. Родители меня отправили на карате, теперь я могу постоять за себя. Тренироваться в пол ноги тут не получится. Не зря ведь карате не только боевое искусство, но и система физического и духовного воспитания. Крепкое здоровье, развитие силы воли и ловкости – качества, которые тренируют в себе воспитанники секции японского единоборства. На сегодняшний день это образ жизни. Начиная с того, как ты сам себя преподаешь, такие будут твои воспитанники. То есть сам должен являться лицом. Второй образ жизни – это, как сказать, постановка правильных целей, их выполнение, и быть примером для подражания. 15 кандидатов в мастера спорта и 5 мастеров. Воспитанники секции карате в Центре досуга и творчества уже давно и громко заявили о себе не только в Беларуси, но и в стране восходящего солнца. Спортсмены уверены, современный зал поможет достичь еще больших высот. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.